Привет, парни-тунгусоводы. В общем, внедрил ПЗ-30. Ну, в общем, Кейхин, не Кейхин, не знаю. На них, на всех на китайских написано, что Кейхин. Переходник металлический на паранитовой прокладке. Тросик взял от мотоцикла Альфа. Прям нормально подошел, как родной, чтобы ничего там не паять, не подрезать. Ну, специально все родные запчасти оставил, чтобы можно было еще родное вернуть. Пока воздухан не прилаживал, бензин тоже подвел вот так вот, как бы по времянке. Нет у меня пока такого вот небольшого вот диаметра надо шланчик. У нас родной шланг потолще. Но это надо заменить, вот этот вот от краника идет участок, который. Вопрос. А вот это вот пимпочка полезная, она сейчас на ПЗ-30 вообще, что ли, нам не нужна, получается? Вот я что-то не пойму, куда ее подключать, надо или не надо. Это у меня как бы обратка, вот маленький провод, маленький шланчик. В общем, заводил уже разок. Сейчас вот прям был обрадован, довольно легко завелся. Сейчас попробую, может быть, прям при вас получится. Собственно, ключ на старт. Ага. Наверное, маленько надо газануть все-таки ему. Вот мой помощник тут лает. Холостой еще не выставлял, как бы прям вот буквально второй завод. Что характерно, подрыв, конечно, у него адский по сравнению с родным. То есть вот прям газуешь. Звук такой, как у чопера, конечно. Ну вот он не прогретый был, как бы. Работает. Ровненько. ПЗ-шечка. Прям порадовал, что первый раз завелась. Тросик Альфа, этот родной у меня тут торчит, еще не убрал я его. Ну, все видите вот на ходу прям. Никаких ни провалов, ничего. Снега, правда, нет уже толком. Но очень хочется проверить, покататься. Вот так вам, реально живой отчет. Ну, всем спасибо.